Задача Белорусского республиканского союза молодежи – быть в авангарде, подавать пример другим, проявлять инициативу и никогда не отступать перед трудностями. В торжественной обстановке значки и членские билеты вручены 20 молодым брещанам, учащимся и рабочей молодежи. Вы сегодня будете получать членский билет. Вы станете членом Белорусского республиканского союза молодежи. Для чего вам участие в этой организации? У меня у самой есть ребенок. Хочу, чтобы ребенок на моем примере делал то же самое, помогал людям, помогал животным, участвовал в организационной деятельности. Организация БРСМ поможет мне с новой деятельностью, в завоевании новых высот. В лучших традициях за круглым столом у новоиспеченных комсомольцев появилась возможность сразу почувствовать себя в команде единомышленников. Слова напутствий и поздравлений звучали из уст руководства администрации Ленинского района, общественных организаций и, конечно же, парламентариев. Они действительно наш завтрашний день, наше будущее. И сегодня они, получая вот эти билеты членов нашего БРСМ, будут понимать, что, наверное, эти билеты будут давать им возможность, показать тот завтрашний день, который они должны будут построить. Вот, мы им расскажем, мы им покажем примером, а они будут понимать, что да, действительно, не нужно отставать, нужно делать еще и лучше, чем сегодня есть. Есть определенные трудности, но эти трудности всегда преодолимы. Каждый молодой человек должен иметь возможность быть услышанным, задать и обсудить вопросы, которые его волнуют, получить поддержку своих действий и реализовать их. В этом основной посыл БРСМ. И у брещан такая возможность есть. У нас в Ленинском районе города Бреста порядка 8500 человек. Самая крупная первичная организация – это Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, порядка 2500. Вот к этому идем. Ну, с каждым годом ряды организаций становятся все больше и больше, но мы все-таки обращаем внимание не на количественный состав, а на качественный, чтобы ребята не только состояли в организации, но и принимали активное участие в общественной жизни района, города, области, республики. Этот день запомнится молодым людям надолго. Впереди их ждут новые события, акции, встречи, праздники. В них они станут и главными героями, и организаторами. Главное – сохранить позитив и активный настрой, найти себя и свое место.